Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Небольшой анонс. Предлагаю вашему вниманию утят мускусных коричневого и черно-белого окраса, которые вывелись вчера. Сейчас вот они немножечко камерой напуганы, но они уже активные. Вот, я их продаю. Значит, утята от хороших родителей, которых вы можете видеть на моих видео, с хорошими весовыми показателями в перспективе они будут. Более того, утята есть разновозрастные, ну, соответственно, цена немножко разная. Трехсуточных утят мы продаем по 250 рублей. Вот эти вот товарищи пару дней посидят, когда они уже начнут бегать, прыгать и скакать, то, в общем-то, можно их уже и забирать. Утята выводятся постоянно. Раз в неделю обязательно вывод. Правда, выводы не очень большие, так как пока несутся две уточки. В связи с морозами там немножко яйцекладка прекратилась. Вот вы видите, они все очень активно кушают. Все у них хорошо. Если вот маранчики, видите, они в кормушечке, то утяткам нужно вот так вот на спинку немножко подсыпать. Они со спинок любят кушать. Сейчас они вот эти вот крошечки все соберут. Так, ну вот наши маранчики. Ну, с маранчиками все ясно. Маранчики под запись. Эти цыплятки не продаются. Они уже забронированы. А утятки, вот, пожалуйста, кому интересно, можно приобрести. Есть утята подрощенные, которые в июне месяце уже начнут яйцекладку. Там их тоже не так много. Ну, в общем-то, можно семью из них создать. Естественно, селезни будем брать из другой линии. Ну вот, кушают они. Значит так, кормим ПК-5, вода. Ну и с завтрашнего дня в ПК-5 буду добавлять немножко дробленой пшенички. Вот они сидят под лампой в брудере. В общем, никаких проблем особо нет. Если есть зеленый лучок, хорошо. Если есть творожок, хорошо. Все это можно давать. С третьих суток я их начну пропаивать витаминчиками, если они останутся у меня. Ну, в общем-то, для утят больше я никаких пропоек не применяю к утятам у них. Если нет каких-то симптомов, ну, обычно ничего, только витамины. И побольше зелени, если есть возможность. Можно капусту, но это позже, не сейчас. Вот, сначала лучок зеленый, потом уже можно репчатый. Так, ну, телефон для связи будет под видео. Находимся мы 100 километров от Москвы, юго-западное направление, Калужское, Киевское шоссе. Раз в месяц мы бываем в Москве, так что можем и подвезти в Москву, если вас это устроит. Все, всего доброго, до новых встреч!